Каждый год в мире регистрируется около 2 миллионов случаев рака груди. Гибнет свыше 500 000 пациенток. В России страшный диагноз. Ежегодно слышат 60 тысяч женщин. В Санкт-Петербурге почти 3 тысячи. Каждые сутки в России 47 детей становятся сиротами, потому что их мамы погибли от рака груди. Ежегодно в России умирает более 22 тысяч женщин. Создание системы по раннему диагностированию активно поддерживает государство. Но переломить ситуацию можно только при условии, что каждый из нас не будет равнодушен. Девушка, женщина, невероятно хрупкое и нежное существо. И именно от здоровья наших женщин зависит будущее нашей страны. К сожалению, даже у самых юных девушек выявляется такое заболевание, как рак груди. И для того, чтобы спасти тысячи жизней, необходимо проходить раннюю диагностику этого заболевания. Для проведения широкомасштабного скрининга женщин должно быть создано необходимое количество бесплатных центров по ранней диагностике в самых крупных административных районах города. Почти половину женщин можно было бы спасти, если бы опухоль обнаружили раньше. На первых стадиях рак груди поддается лечению практически в 70% случаев, на поздних – лишь в 10%. С детства я слышал постоянно от маминых друзей, подруг, что все время у кого-то возникло то или иное. Кому-то, слава богу, удавалось излечиться, кому-то, к сожалению, нет. Мы все не застрахованы ни от чего, и чем раньше мы продиагностируемся, тем лучше. Потому надо и самим всегда не запускать свое здоровье, и своих близких все время агитировать к тому, чтобы они следили за собой и особенно проходили все диагностики, сдавали кровь. В России существует инновационное производство препаратов от рака груди. Биотехнологическая компания «Биокат» при поддержке государства реализовала проект по созданию препаратов для лечения онкологических заболеваний и готова полностью обеспечить не только россиянок, но и пациенток за рубежом самыми современными препаратами по доступным ценам. Но даже самые современные препараты помогут только при своевременной диагностике. Наши женщины до сих пор не готовы уделять своему здоровью достаточно внимания. 30% представительниц прекрасного пола никогда не посещали мамолога из-за нехватки времени. А ведь достаточно один раз в 2 года прийти к врачу, чтобы вовремя поймать заболевание и не допустить его развития. Многие думают, что рак – это не про меня, и со мной этого не произойдет. Но болезнь никого не выбирает, она может прийти в любой дом. И очень важно, чтобы каждая женщина имела возможность пройти диагностику своего здоровья в любой момент, в любой отрезок своей жизни. Мы часто говорим о том, что мужчина должен защищать женщину, защищать свою семью. Самое главное – оберегать ее здоровье от серьезных заболеваний. Очень важно вовремя обратиться к врачу, ведь один день может спасти всю жизнь. Если вы хотите помочь в борьбе с заболеванием, поддержите тех, кто занимается диагностикой, ведь любое заболевание можно победить. Главное – верить и действовать. Наша цель – привлечь ваше внимание к очень острой социальной проблеме. Рак груди на сегодняшний день – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, уносящее очень многие жизни. В нашей компании есть традиция. Мы запланированно отправляем наших сотрудниц на прохождение диагностики в центре «Белая роза». И в прошлом году эта традиция помогла спасти нам жизнь нашей сотруднице, подруге, чьей-то дочери и любимому человеку. Диагностика должна войти в нашу жизнь и стать привычкой. Объединившись все вместе, мы сможем спасти больше жизней. Если каждый из нас будет помнить, что ранняя диагностика – это здоровая женщина, тогда в нашей семье все будет прекрасно и все будет хорошо. Потому что от этого зависит счастье всей семьи, то есть счастье нашей страны. Вместе мы сможем победить.